Итог кропотливой работы и начало творческого пути в Ивановском политехническом университете. Выпускные работы представляют студенты-дизайнеры. Коллекции должны отвечать актуальным тенденциям в моде, быть носибельными и новаторскими. Понравиться комиссии и получить высокую оценку модельерам оказалось непросто. Конечно, в первую очередь смотрят на концепцию проекта. Насколько он интересен для современного потребителя, для публики, для оценки профессиональной. Кроме того, конечно, ищутся оригинальные идеи. То есть это чтобы была новизна. Можно создать красивый проект, но не имеющий новизны. То есть важно очень, чтобы каждый дизайнер представил какой-то новый. Один из центральных трендов последних лет – одежда из переработанных материалов, а также производство тканей, которые не наносят вред природе. Вещи должны быть не только красивыми и удобными, но и концептуальными. Доносить до потребителя некую важную идею, которую заложил автор. У меня коллекция называется «Портрет Дориана Грея». Она названа в честь одноименного романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». В ней рассматриваются проблемы нравственной деградации человека. Собственно, эти проблемы я пытаюсь реализовать языком дизайна. Непосредственно на этой коллекции представлена куртка из гобелена. Сейчас очень актуальным является в современном моде фейк-винтаж. Это, то есть, переделка как бы из старых вещей, и старым тканям дается новая жизнь. Вот, собственно, это реализовано в этой куртке. Она на подкладке из гобелена. Несмотря на то, что ткань кажется не совсем носибельной и подходящей для одежды, тем не менее, за счет мягкой подкладки она является очень удобной и подходит для модников, которые хотят выделиться из толпы. Дизайнерам важно найти золотую середину, сделать коллекцию одновременно удобной и необычной. Выпускники вдохновлялись творчеством знаменитых кутюрье, архитектурой, живописью, литературой и философскими идеями современности. Моя коллекция космическая, она вдохновлена рельефами Марса с снимками с спутников и с марсохода. И я вдохновлялась произведением Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». И на основе этого я создала образы марсианских путешественников автостопом, чтобы представить людям, что космическая коллекция – это не обязательно коллекция, на которой есть скафандры, это как бы новое ее видение, что космическая одежда может быть очень даже носибельной. Свежие решения и нестандартный подход к созданию коллекции экзаменационная комиссия оценила высоко, а молодые дизайнеры в очередной раз подтвердили статус Иваново как текстильной столицы России. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.